Вот, сейчас, стой. Сейчас, нет, ты не закрывай, я просто видосик да сейчас сниму. Типа, ребята, хотел вам показать, да, когда вы обучаетесь в автошколе, да, если вы пододвигаете кресло, не забывайте то, что это ваша посадка, но после вас всегда может сесть ученик. Вот я вот сейчас специально снимаю видос, потому что вот сейчас была девочка, да, вот она максимум близко подъехала, ну, ей так удобно. И, соответственно, она вышла и забыла кресло пододвинуть. Сейчас вот ко мне придет человек, ну, он уже стоит, да. И мне интересно, как он будет садиться, да? Садись, давай. Олесь, поэтому ты этот видеоролик увидишь, смотри, как вот небольшой дискомфорт ты человеку доставляешь, да? И спинку тоже назад откинь, или так тебе это удобнее будет. Вот поэтому, ребят, если вы отучились, вы всегда, ну, отодвиньте кресло, просто уважение имеет. Это что? Это средство дезинфекции. Ага, он ничего. Как коронавирус ходит. А то, что руль теперь у тебя этот будет? Ну, извини, как бы я о себе забочусь. А, у тебя салфетки? Если что-то не так, это не мои проблемы. Ага. Я соблюдаю дезинфекцию. Ага. Я не знаю, кто тут у тебя как бы катался, так что... Ну, тоже логично, все правильно. А еще дворники не забыть тогда? Точно. Дождя у нас нет, и поворотники тоже. Чисто по интересу, а ты в маршрутке тоже? Ты в перчатках? Да. Или да. Просто про тебя? Не, сейчас просто без перчаток кончики. А еще купить не успел, поэтому и так. Ты с собой таскаешь это... Можно? Я себе как-то духи покупал вот такие. Блин, фига себе, спирт. Подожди. Это же на этом. Ты либо на Лукойле, блядь, скачал вот эту? То есть антисептик на Лукойле. Охренеть. Ребят, лайфхак, короче, если у вас нет антисептика, можете на заправке просто забрать, потому что я розовую штуку такую видел на Лукойле, когда заходишь заправляться. Ну, убирай теперь все назад, куда ты там достал. Ну да, можно назад положить. А... Ребят, пишите в комментариях, вы... Ты не против, что я снимаю? Mm-hmm. А, ну нормально. А, пишите в комментариях, вы тоже на занятия приходите дезинфекцию такую полностью делаете, потому что у меня последний раз, когда так было, это была... Господи, как же ее звали? А, девчонку звали, вот как имя забыл ее. А, господи, кто давно на канале, может, ты видел, мы с ней выехали на трассу, она такая, мамочки, я еду, господи. И она, короче, когда на занятие приходила, это в том году еще было, она тоже протирала руль, я просто заикаюсь, я просто в шоке. Просто как бы, ну... Ничего личного, просто, я... ситуация такая, что... Я понял. Сам понимаешь. Так, ребята, я просто немножко в шоке, заикаюсь. Обычно я готовлюсь к своим роликам. Здороваться мы с тобой, так полагаю, не будем. Так вот просто вот в воздухе кулачком, да? Давай в воздухе кулачком. Да. В воздухе, не-не, прикасаться туда не буду. Туда не дыши на меня, но маску одел нормально. Короче, давай салфетку убирай, запускай двигатель, включай первую. Ребят, пишите в комментариях, вы тоже такие брезгливые? Тебя это не ущемляет, слово брезгливый? Нет? Забочусь о себе. Ну все, я... Я понял, окей. Ладно, поехали.